автор проекта, композитор, студент Казанского музыкального училища Айдар Ниязов. Профессиональный дебют Айдара Ниязова татарская общественность восприняла как сенсацию. Уроженец Тобольска написал первый сибирско-татарский мюзикл «Замужество Амины», а либретто – тюменская поэтесса Клара Кучковская. Поддержали студенты Тюменского колледжа искусств. 17-летний музыкант разучил с эстрадно-симфоническим оркестром свое произведение. Премьера состоялась в Тюменском центре татарской культуры. Отменное чувство ритма, хороший слух, заметила бабушка и отдала Айдара в Тобольскую музыкальную школу имени Алябьева по классу баяна. А еще он попал в младшую группу вокального ансамбля СУЗГЭ под руководством Начии Хакимовой. Параллельно освоил скрипку, гитару, фортепиано. В музыкальной школе параллельно учился, в ансамбле СУЗГЭ занимался. Когда он выступал на сцене, всегда готовы были его обнять, поднять на руки. Он фактически на всех конкурсах, которые в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, в Тюмени, в Казани, в Семипалатинске международные. И всегда мы его вывозили. Чем бы мальчик ни занимался, все делал с интересом. В 2020 году, окончив 9 классов, Айдар поступил в Казанский музыкальный колледж. Там раскрылся сибиряк еще и как талантливый организатор. И вот результат. За такой короткий промежуток времени собрать оркестр, расписать партитуру на каждого музыканта и вообще в 17 лет, ну, провести свой первый, так скажем, мюзикл, концерт очень дорого стоит. Поддержать Тобаляка приехали почти все, кто вложил душу и сердце в его становление. Любовная история, пронизанная чистотой и свежестью, понравилась зрителям. Первый сибирско-татарский мюзикл презентовали с аншлагом. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.